слову, традиция посещать воинские части пришлась по нраву не только Людмиле Буряк. Так, еще две жительницы города, матери солдат-срочников Татьяна Рявкина и Светлана Филин, недавно вернулись из поселка Вятское на Амуре, что в Хабаровском крае. Здесь проходят службу 27 ямальских солдат, семеро из них – ноябрьцы. Женщины проверили, в каких условиях служат ямальские солдаты – от казарм до столовой. А об итогах визита отчитались на сайте Комитета солдатских матерей. Здесь они разместили фотографии, сделанные во время поездки. К слову, именно комитет помог предприимчивым жительницам города организовать поездку, а Управление по делам семьи и молодежи снабдило их сладкими подарками для солдат. Мы им накрыли сладкий стол, конфеты выложили, купили им булочки, пачки сгущенки, ну, кому чай, кому кофе, кто что хотел, пообщались с ними, сфотографировались, вот, и когда вот, ну, не хотелось расставаться. Мы ехали с позитивом, мы ехали посмотреть, как служится нашим ребятам, узнать о их проблемах, если нужно, то чем-то помочь, вот, поэтому миссию мы свою выполнили.